Всем привет! Сейчас выезжаю в город Прилуки для того, чтобы встретиться с работниками фабрики British American Tobacco в Прилуках. Я думаю, может быть, вы помните, я уже рассказывал в своих предыдущих видео о том, как слуги народа внесли поправку в закон об ядерной энергии, который абсолютно о технических вещах, но внесли они поправку совершенно не техническую, а внесли они поправку о том, чтобы переделить рынок сигарет в Украине. И такая поправка, с одной стороны, back to USSR, а с другой стороны, очевидно, коррупционная и лоббистская в пользу розницы, розничной и оптовой торговли сигаретами. Ну и они думали, что все шито-крыто, но тут я внес проект постановления по регламенту Верховной Рады. Если закон принят с нарушениями регламента, то депутат имеет право внести проект постановления, если он это обосновал, по которому останавливается подписание закона, и закон возвращается в зал, и пока зал не рассмотрит постановление народного депутата, такой закон не может быть подписан и не может быть отправлен на подпись президенту. Я воспользовался этой возможностью, успел остановить подписание президентом этого коррупционного закона, ну, вернее, нормального закона, но с абсолютно коррупционной лоббистской правкой, и остановил подписание. Еду на Прилуки, вот сейчас на трассе. Посмотрите, какие красивые места. Конечно, уже краски уходят, но все равно еще есть осенние краски. Украина очень красивая. Шановні друзі, зараз знаходжусь в Прилуцькій міській раді, яка звернулася до Верховної Ради України, президента України, Кабінету міністрів щодо ситуації навколо Прилуцької тютюнової фабрики, яка вже фактично місяць, завтра буде місяць, як зупинила свою роботу після прийняття цієї поправки номер 8. Ось я разом, будь ласка, якщо можна представитись. Так, я Ольга Михайлівна, міський голова. Попенко. Ольга Михайлівна Попенко. Да. Ми дійсно, коли до нас звернулося керівництво нашої тютюнової компанії за підтримкою, ми практично на наступний же день провели позачергову сесію. Вона відбулася 18 жовтня цього року. І практично всі депутати одноголосно прийняли рішення про звернення і до Зеленського Володимира Олександровича, і до Верховної Ради України, і також і до Кабінету міністрів України щодо тимчасового припинення виробництва. Бо давайте я приймаю у вас це звернення. Тобто ви просите відмінити, правильно, цю правку. Так. Значить, я вам хочу проінформувати, що я вніс проєкт постанови Верховної Ради, як я зупинив прийняття цього закону, тому що ця правка повністю не відповідає регламенту Верховної Ради. І тому цей закон, слава Богу, не був підписаний. Але, на жаль, вже декілька сесійних тижнів ця моя постанова не виноситься на розгляд. Тож я приїхав сьогодні спеціально в Прилуки, щоб на місці подивитись і донести до своїх колег інформацію, що треба терміново виправляти цю ситуацію. І тому я буду вашим питанням цим займатися. Скажіть мені, будь ласка, чи приїжджав хтось інший до вас з Верховної Ради України, з Кабінету міністрів, після моменту вашого звернення? Турбувалися цією проблемою. Хто але приїжджав? Приїжджали, приїхали, поки ви перші. Зрозуміло. Але ця тема турбує не тільки містян, але турбує... Представтесь, будь ласка, вибачте. Я секретар міської ради Шамрай Анатолій Васильович. Угу. Тобто і депутати висловили свою думку не тільки з позицій зацікавленості міста, як отримувача значної частини місцевого бюджету, але й доля іноземних інвестицій. Так, ми зараз знаходимося в новому корпусі, достраюючимся корпусі гімназії номер 1 міста Прилуки. Рядом зі мною представтесь, будь ласка. Колісник Віктор Олексійович, заступник директора з будівельної організації «Стимул». Очень приятно. Вот мы с Виктором Алексеевичем, он показывает объект, и вот посмотрите, вот это первый Олимпийский бассейн Прилук, 25 метров, вот я специально так вам показал, то есть все по нормативам, все как надо, и в Прилуках никогда не было бассейна. В 16, 17, 18 году был выполнен большой объем работ при злочинных попередниках, которые строились, вот это здание, это школа и этот корпус. Здесь 500 детей будет учиться, и вот в том числе бассейн. Бассейн для всех жителей города Прилук, который мы понимаем, насколько это важно для развития города. И вот два месяца назад, когда остался последний фактически шаг, осталась здесь готовность объекта какая, Виктор Алексеевич? Готовность, общая готовность объекта около 90%. 90% готовность объекта, мы понимаем с вами. Значит, остается финансирование, которое необходимо провести, это 11 миллионов гривен. И приходит письмо из Киева, глава офиса президента Богдан, значит,
поручает разобраться, чтобы, как это так, не по прилукам, а по всей Украине останавливается финансирование по объектам соцэкономразвития. Ну, разобраться, это нормально, разберитесь. Но с этого времени прошло больше 2 месяцев. За это время можно во всем разобраться. Здесь совершенно понятно, зачем этот объект. 500 детей, которые будут учиться в прилуках, бассейн, все. Однако до сих пор вопрос не решен. Я этот вопрос в целом по соцэконому, это так называемое постановление 500-р, которым заморожены средства для таких вот сотен таких объектов. Этот объект – это просто пример того, как это происходит сегодня, к сожалению, в Украине. Они остановлены по всей стране. Стоят такие объекты раскрытыми крышами, с невставленными окнами. Мы входим в зиму, и представляете, уже сегодня вот на этот объект государство потратило, мы с вами, плательщики налогов, потратили более 70 миллионов гривен. И вместо того, чтобы сегодня его довести до конца, остался все, последние работы, и дать возможность детям учиться, ходить, людям ходить в бассейн, вместо этого заморозили деньги, и непонятно вообще, кто о чем думает, и ничего не решает. Я эти вопросы поднимаю на кабинете министров постоянно, которые теперь у нас закрыты, как вы знаете. Я сегодня подниму этот вопрос на бюджетном комитете. Но вот просто хотел показать вам, моим подписчикам, вот это реальный объект, вот это реальная жизнь. И она совершенно выходит за пределы Печерских холмов, где не знают, какие там свои интриги плетут. А люди живут в таких городах, как Прилуки, в таких городах, как там Балта, Подольск и так далее, где очень необходимы вот эти работы. Я сейчас нахожусь непосредственно в цехе производственном фабрики табачной в Прилуках. Вот посмотрите, это все оборудование, вот оно стоит. Люди здесь не работают сейчас, потому что фабрика остановлена, и судьба почти 1000 рабочих мест под угрозой. Я еще раз хочу сказать, я за здоровый образ жизни, и все, кто меня слышит, я призываю вас, не курите, будьте здоровы, и эта индустрия, я думаю, когда-то не будет вообще. Но сегодня люди курят, и фактически что своими коррупционными лоббистскими правками, чего добиваются слуги народа, а именно того, чтобы в Украину завозили сигареты экспортом, чтобы жители Украины потеряли работу, чтобы Украина потеряла миллиарды гривен, и чтобы вот это оборудование просто срезали и увезли в другие страны, где будут производить те же самые сигареты, которые будут курить украинцы, только их уже будут привозить экспортом, мы не будем получать налоги, люди не будут иметь рабочие места. Вот и вся история. Вот посмотрите, вот они первые результаты новой экономической политики, такой НЭП от ЗНЭП. Вот я бы сказал, это ЗНЭП. Это ЗНЭПОД. Вот этот ЗНЭП ведет к ЗНЭПОДу Украины. И вот вы можете уже увидеть первые очень грустные результаты. Ну вот и закончилась моя рабочая поездка в Прилуки. Сейчас возвращаюсь в Киев. И хочу рассказать о результатах и поделиться с вами итогами. Итак, я побывал на фабрике Прилукской табачной фабрики, это British American Tobacco компания, напомню, крупнейший налогоплательщик частный в Украине, и я пообщался там и с генеральным директором, и с теми немногочисленными представителями трудового коллектива, которые там есть, немногочисленными, потому что предприятие остановлено, и завтра будет месяц уже, как оно не работает. Между прочим, убытки от этого государству, только от остановки этой фабрики, 50 миллионов гривен в день. В день, еще раз повторюсь. 50 миллионов гривен в день. То есть за 30 дней это уже 1,5 миллиарда потеряло государство. При этом как-то никто не чешется, ничего не делает для того, чтобы эту ситуацию как можно скорее исправить. Исправить ее очень просто, проголосовать мою постанову в ближайший сессионный день, во вторник, который будет. Я очень надеюсь, что слуги народа одумаются и наконец-то вспомнят, что они слуги народа, а не просто там сидят, чтобы зарабатывать своими коррупционными правками себе на карман. И эта ситуация будет исправлена, я очень надеюсь на это. Теперь второй вопрос. Я общался там с мэром Прилук, вы видели это на видео. Так вот, ну кроме обращения по поводу табачной фабрики, потому что там фактически даже не более 500, а до 1000 человек работают, если не на фабрике, то как подрядчики, и понятно, для Прилук это вопрос номер один. Но кроме того, она попросила меня и пригласила меня подъехать в гимназию номер один города Прилук, где, начиная с 2011 года, строится новый корпус школы вместе с бассейном, единственным в Прилуках, то есть в Прилуках сегодня нет вообще никакого бассейна, там строится полноценный 25-метровый бассейн на 4 дорожки, я был и видел его, и вам его показывал.
Так вот, активное строительство этого объекта шло в 16, 17, 18 годах при злочинных попередниках, которых так любят рассказывать новая власть. И уже почти мы его успели достроить, но оставалось чуть-чуть, степень готовности объекта 90%, но это все остановилось, потому что сегодня Андрей Богдан между там своими драками или не драками с и другими соратниками остановил финансирование таких объектов по всей стране, так называемое соцэкономразвитие, это постанова 500-Р, и не могут строители закончить этот объект. И уже понятно, что он в этом году закончен не будет, но хотя бы, чтобы его продолжить строить и не дать испортиться тому, что там уже есть, потому что мы входим, ну уже понятно, глубокая осень, мы входим в зиму, мы понимаем, что это означает для строительства и для подобных объектов. Я этот вопрос поднимал уже несколько раз на кабинете министров. Прямо сейчас я еду из Прилуки, я сразу заезжаю в Киев, еду на заседание бюджетного комитета, где тоже буду поднимать этот очень важный вопрос и добиваться того, чтобы такие объекты были разморожены. Речь о сотнях объектов по стране. Вот такая рабочая поездка. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Вместе с вами будем видеть не только Киев, не только Одессу, но и всю Украину. И такой вот мне очень понравился город Прилуки, у которого есть действительно большая перспектива. Надо только работать.